Четвертое место. Третье юниора занимает Черный Триер. Третье место занимает Тойбуди. А кубки такие по-простецки сделали, могли бы руками снимать. Ты знаешь, у нас камень был раньше? А, ну клуб, ну, ты даже говорил, что... Победителем Бестон Шоу Юниора становится американская экипа! Ну их тоже. А лучшим юниором в выставке сегодня у нас становится... Ну, надо пока поставить. Вершинский тренер! Молодец! Молодец! Вау!